произвести техническое действие, иначе балл достанется Игорю Овсянникову. Контролирует лоб своего соперника Игорь, не позволяя подобраться близко и не позволяя пройти в ноги. Сейчас уже встречает на втором этаже своего оппонента. Попытка прохода в ноги неудачная в исполнении Гаджимагомеда Тажудинова. Пошла последняя минута первого периода. Минимальное превосходство Игоря Овсянникова. Но справедливости ради стоит сказать, что особо и не включал он скорости. Да и в принципе больше старается работать вот именно на этом турнире на контратаках. Возможно, это его фирменный стиль. Если оно получается, если это приносит результат, то почему бы не пользоваться этими дивидендами? Теперь уже призывает к активности Игоря Овсянникова. Рефери. 30 секунд до конца первого периода. Перехватывает руки Гаджимагомед Тажудинов. Пытается продернуть своего оппонента, но поддавливает. И вот сейчас сам пошел в атаку Игорь Овсянников. Выводит за ковер своего соперника и набирает еще один балл. Тем временем второй период начинается с атаки Гаджимагомеда Тажудинова, который забирает 2 балла и сравнивает счет, перехватывая инициативу. Преимущество сейчас на его стороне, несмотря на равный счет. Но апеллирует к рефери Гаджимагомед. Кровотечение открылось у него из носа. Есть, помимо всего прочего, еще и время для того, чтобы перевести дыхание. Не думаю, что это был тактический ход. Действительно, пошла кровь. Возможно, давление чуть-чуть. Или от столкновения. Скорее всего, даже от столкновения открылось кровотечение. Вот сейчас оказывают необходимую помощь Гаджимагомеду Тажудинову. Ну, а у нас повтор вот этого эпизода, который принес ему 2 балла. Да, посадил прямо на самом краю ковра своего оппонента. Сбил с ног. И небольшое повреждение получил. Ну и теперь уже Игорю Овсянникову все-таки нужно будет активизироваться, учитывая академичный ход этой схватки. Чуть больше минуты находился у врачей борец с синим трико. Напомню, по правилам за схватку может находиться не более 4 минут борец у врачей. За пределами ковра. Ты имеешь в виду не более 4 минут можно находиться? Наказание, да, наказание медицинской помощи. Ну да, я имею в виду, что на оказание медицинской помощи
которые производятся, естественно, за пределами ковра, с каждым из борцов отведено 4 минуты. А если превышает, то что тогда? Соперника снимают. Да, в этой связи вспоминается, конечно, может, не лучшее сравнение. Вспоминается финал Олимпийских игр в Рио, где Анивар Гидуев боролся с Хасаном Яздани и вел со счетом 6-0. И такое преимущество из-за открывшегося кровотечения. Упустил со счетом 6-6, проиграл. Но там, конечно, не обошлось без хитрости иранских врачей, если мне не изменяет память. Главный врач соревнований, по-моему, был иранец, если не ошибаюсь. И у нас опять пауза. Слишком туго перетягивали ему бровь. И, и через горло. Да, и у него кислород, подача кислорода была нарушена, и он чувствовал себя с каждой секундой все хуже и хуже, тем более и видимость была плохая, а этим воспользовался Хасан Яздани, который завоевал таким образом золото Олимпийских игр. Очень обидно. Очень обидное поражение было, которое Анивар Гидуев тяжело переживал. И помню, вспоминаю, как я сидел перед телевизором и чуть не разбил этот телевизор. Вот такие казусы. Да, это незабываемо. Тоже бывает. Такое ощущение было, как будто я сам на ковре и ничего не могу сделать, но пытаешься как-то быстрее заставить идти время, но ничего не удается. А прям на себя ощущаешь, как тяжело дышит этот спортсмен, которому прям перетянули все, что можно и нельзя на лице лейкопластырем. Здесь другая ситуация. Здесь что-то никак не могут остановить кровотечение. Не могут. Как бы не пришлось сложить полномочия Гаджимагомеду Тажудинову именно в тот момент, когда у него все начало получаться. Это будет, конечно, очень обидно, если он не сумеет продолжить схватку. Да, остается меньше двух минут, минут 50. Ну, вроде бы все, встает. Сумели остановить кровотечение. Засунули ватку, которая перекрыла ход крови. И, ну нет, все-таки хватается за нас Гаджимагомед Тажудинов. Опять выносят ему бинт. Нет, судья хочет ковер притереть. Сначала показалось, что еще будут перебинтовывать. Уже лицо, я думал, неужели нос будут перебинтовывать? А чем же дышать тогда? Просто гигиенические меры для того, чтобы обезопасить или обеззаразить ковер и обоих спортсменов. Все-таки много капли крови оказалось на ковре по итогу этих эпизодов столкновения обоих борцов. Все-таки продолжается у нас схватка. Нет, это не капли крови, это капли пота, которые капают с обоих спортсменов. Здесь жарко в Казани. Жарко и на ковре у нас. Полторы минуты до конца полуфинальной схватки весовой категории 97 килограммов. Игорь Овсянников против Гаджимагомеда Тажудинова. 2-2 впереди. Преимущество у последнего. Забирал, казалось, ногу Игорь Овсянников, но сумел выскользнуть из этого опасного захвата Тажудинов. И вновь борьба в центре ковра. Веселее пошли дела. После этой долгой паузы видно было, как отдохнули уже и соскучились по активным действиям. Оба спортсмена забирает, проходит в ногу, казалось бы, Гаджимагомед Тажудинов, но нет, захлебнулась эта атака. В свою очередь Игорь Овсянников поддавливает, ему нужно спасать положение. Забирает шею своего соперника. Перехватывает руку. Имитация прохода в ноги, но видел это Гаджимагомед Тажудинов, видел и понимал прекрасно, что прохода не будет, поэтому особо не отреагировал на это движение. Сейчас сам пытается перейти в контратаку, но Игорь Овсянников не позволяет ему это сделать, сбрасывает его руку. 29 секунд до конца. Ну что, удастся Игорю Овсянникову вытащить эту схватку точно так же, как и четвертьфинальную? Забирает ногу Игорь Овсянников, выводит за ковер своего соперника и забирает необходимый балл, который
выводит его вперед. 3-2 и 20 секунд есть еще у Гаджимагомеда Тажудинова. Но вновь, по-моему, кровотечение у него открылось. Да, вот так драматично развиваются события. Но будет терпеть, видимо, Тажудинов. Даже если кровь не будет останавливаться, сейчас ему уже деваться некуда. Нужно спасать ситуацию. Нужно активизироваться и нужно идти на финальный штурм. Забирает ногу Гаджимагомед Тажудинов. Вы посмотрите, что он творит и забирает. 2 балла, выходя вперед. 4-2, 4-3. Впереди Гаджимагомед Тажудинов и продолжает он атаковать. Но нет, останавливается, понимая, что он хозяин положения. Есть выход в финал. И именно Гаджимагомед Тажудинов за счет своей активности, за счет своего мужского характера и терпения, которое позволило ему сломить сопротивление Игоря Овсянникова, выходит в финал и благодарит Всевышнего. Да, посмотрите, какую концовку драматичную предложили нам оба спортсмена.